Сегодня мы снимаем, как мы маринуем грибы, чтобы завтра их поджарить на мангале. У нас где-то 300 грамм грибов. Мы их почистили. Помыли. Сейчас мы будем добавлять где-то на 300 грамм. У нас есть вот такой вот соевый соус, Дансой Classic. Мы делали уже по-разному. Был рецепт, что на килограмм грибов где-то 4 столовые ложки соевого соуса. Грибы получились не особо вкусными. Красные делали грибы, которые получились очень вкусными. Но тогда мы грибы заливали соевым соусом, так чтобы соевый соус немножко покрывал грибы. Сейчас мы делаем по-другому. Так, сейчас кто-то показывает, что в пакет наливает соевый соус, и потом в этом пакете перемешивает. Я пока сделаю так. Вонзим. Немного не будет. Сейчас я добавлю сюда чесночка, выдавлю где-то 2 чесночки. Выдавливаем чеснок сюда. 3 головки чеснока, соевый соус, калийские травы, щепотка, столовая ложка растительного масла. Перемешала, я буду каждый гриб обволакивать. А потом все оставлю, ну, мы обычно на вечер, все в этом маринаде. Это как быстренько, у меня не так много грибов, поэтому я все успею. Ложкой, а так как я сейчас снимаю, мне неудобно. Я полностью так, чтобы раствор, соус, маринад попадал под шляпку. И так все грибы я уже обваляла. Если у вас много грибов, эти грибы можно кулек. Каждый гриб в кульке просто помешать, как это делала раньше. Не сегодня, но я уже тоже так делала. В рецептах в интернете ставят мариноваться на там 3-4 часа. Мы ставим в холодильник на сутки, завтра с утра поджарим. Так, вот пока у меня стоял гриб в заготовке, они тоже стекли. Все, ставлю в холодильник. Вчера мы замариновали ночью наши грибочки. Кто-то их аккуратненько. И теперь на мангал 10 минут буду переворачивать на угли. Так, прошло 5 минут. Я в течение этих 5 минут переворачивала. Прошло еще 5 минут, сейчас буквально минутку и все. 10 минут и все готово. Финиши, свежайшие грибы пахнут чесночком, итальянскими травами. Мы делаем небольшую порцию, потому что любим кушать свежие. Советую попробовать, очень быстро и просто. Готовый гриб. Получились просто пальчики оближешь. Не соленые, не тесные, вкуснейшие, свежие, сочные, их не пересушили. Всем советую, всем приятного аппетита.